Шеф-повар Максим Григорьев. Компот из яблок и айвы на зиму. Предлагаю приготовить идеальный вариант замены магазинным напиткам – домашний компот из яблок и айвы на зиму. Таким напитком с большим удовольствием полакомится зимой вся семья. Этот рецепт необычен тем, что компот варится в кастрюле, а затем просто заливается в стерилизованные банки и немедленно закатывается. Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Айва 500 грамм. Вода 2 литра. Кислота лимонная 2 грамма. Сахар 250 грамм. Яблоко 1 кг. Шаг 1. Для работы нам понадобится айва, яблоки, вода, сахар, лимонная кислота. Шаг 2. Яблоки, 1 кг, помыть, удалить сердцевину. Нарезать яблоки достаточно большими кусками. Шаг 3. Айву, 500 грамм, помыть, удалить семенное гнездо. Нарезать мякоть небольшими кусочками. Шаг 4. В кастрюле соединить воду, 2 литра, айву и сахар, 250 грамм. Довести до кипения. Убавить огонь и готовить под крышкой 10 минут. Шаг 5. Добавить яблоки, а через 5 минут, лимонную кислоту, 2 грамма. Готовить после закипания 10 минут. Шаг 6. Кипящий компот разлить в чистые стерилизованные банки, закатать. Перевернуть вверх дном и проверить на наличие протечек. Оставить в таком состоянии до полного остывания. Хранить такой компот можно и в обычной кладовке. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.